Башкортостан на 24-м месте среди российских регионов по доступности электроэнергии. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг. Специалисты проанализировали ситуацию за год с июля прошлого года. Так, в Башкортостане стоимость 100 кВт-часов электроэнергии 317 рублей. Рост за год почти на 5,5%. Для сравнения, в Татарстане, соответственно, 378 рублей и почти 2,5%. В Удмуртии дороже 382 рубля, и это больше на 3,5%, уточняет РИА Рейтинг. Самая доступная электроэнергия в стране в Иркутской области – 111 рублей за 100 кВт-часов. Последнее место в рейтинге у Калмыкии – 483 рубля. Причем у обоих регионов повышение стоимости в июле 2019 к июлю прошлого года составило около 5%.